Всем привет, ребята. Это обзор на Siemens A57. Вот. Сейчас вот такая вот птичка, но это у меня заставочка. Вот. Очень мало процентов. Другой аккаунт. Какого-то дядьку засасывает в колонку. Так я бы... Сейчас это полностью выключаю. Такой вот цветочек. Этого Siemens... Ой, то есть этого сайта уже не существует. Даже если существует, то он не поддерживает. Так, вот. Обратили внимание, уже другой аккумулятор. Смотрите. Крафтман. Сейчас достану прежний. Где же он? Извините. Ошибся, прежнего нету. Ладно. Вот такой вот крафтман. Получили только сегодня. На удивление, у него была зарядка. Который сейчас уже садится. Ты, ну, именно не зарядка с ним в комплекте шла. Просто заряженный аккумулятор был. Включаем. Siemens B Inspired. Подтвердите включение. Окей. Да, громкий звонок. Можно новую смс-ку написать. Вот игры. Но серьезно, вот одна игра вообще непонятная. Вот это вот баллон шутер. Ну как не управлять, вот смотрите. Жму начать. И вот ноль жму. Как в них стрелять вот? Я не пойму, а? Вот как? Как это можно делать? Я никогда не понимал. Что за сообщуха? Вот я тоже не пойму никак. Ну, короче, эта игра вообще непонятная. Ну. Тут сообщухи. Это вообще не то. Извините. Контактики. Запись, собственно, номера. Группа. Ой. Антиспам. Баланс. Ой, это я уже... я начал все рекламировать, все контакты, извините. Только YouTube, пожалуйста, не отправляй сообщуху, то, что я нарушил правила. Прорекламировал, что-то меня не просили. YouTube, пожалуйста, не делай этого. Вот то, что очень странно сделали. Тут нету средней кнопки! Ну, это вообще неудобно, серьезно. Все время на эту или на эту нажимать. Ну, это вообще уже безумие. Siemens сейчас лучше посудомойки производят. Вот с будильником я еле-еле разобрался. Будильник это очень сложный вообще. Слонок мелодии. Вот такой вот у меня звонок. Тун-тун-тун. Ой, Ютуб, пожалуйста, не говори, что это лицензионная музыка. Ох, сколько тут в Ютубе правил, которые нельзя нарушать. Жаль. Ну, ладно, думаю, что это... Что узнали это. Да, прикольный музон. Жаль, что лицензионный. Микрофон Про есть. О! В списке вызовов.
принято вызовы. Мама. Все, больше никаких. Больше вызовы. Список пуст. Набранные номера. Папа, мама. Ой, извините. Все тоже все. Тут удалить записи. Тут еще время. Стоимость. Давайте зайдем. Последний разговор. Сколько стоил? Спрос. Запись удалена. Прощай, записка. Окей. Это вот, когда тут такая штучка, нельзя выбрать. Ну, в общем, так вот. Ну, будильник к этому заходили. А, кстати, нет, нет. Звонок, мелодии, профили. Профили, шумное место. Дура. Настройки. Ну, это то же самое, что и на этой кнопке, только в менюхе. Ну, Мегафон Про. А, СТП, мы же в Мегафон Про не заходили. Мегафон, развлечения, спорт, новости, финансы, справка, общение, калейдоскоп. А вот сообщухи. Вот так вот. Тут тоже быстрый доступ к сообщениям. Это волосок попал. Ну и все, на этом все. Всем пока. С вами был Димидос. Приветос. И всем пока. Все, все. Итак, видос был длинным. Всем пока.